Добрый день, вы на канале Вантус, и сегодня мы будем прочищать холодильник. Он, оказывается, тоже засоряется. Существует здесь в данной модели холодильника LG внизу отверстие, через которое должна стекать вода, которая конденсируется на стенках холодильника, и попадать дальше в небольшую емкость, расположенную над горячим компрессором, и испаряться. Но здесь вот у нас что-то засорилось. Давайте все это прочистим. Конечно же, без вантуса. Так, начинаем. Такая склизкая жижа здесь образовалась. Это гудит холодильник, говорит о том, что почему вы забыли, оставили открытой дверцу. Такое довольно неприятное ощущение от этой слизи. Фу. Я не использую никаких ведер, сразу промываю в проточной воде. Вот. Лучше бывает, если не следить за холодильником, уже чуть ли не плесень. Фу, такая зеленая разводится. Смотрите, какая здесь грязь скапливается вот в этом сливе. Ужас, смотрите. Так вот протираю. О, ужас. Ужас, ужас, ужас. Какая слизь, грязь. Давайте удалять вот эти вот потеки все черные. Запустили в холодильник. Если вы ужасаетесь этому всему, то вы загляните лучше в свой холодильник. Вот. У этой модели еще неудачно, у них все полки от холода трескаются. Если их перегрузить хоть немножко, то они все отваливаются, трескаются. В общем, ужасная модель. Не рекомендую, в общем, вам холодильники LG. То есть, по крайней мере, если вы любитель засунуть все, что можно и не нужно в холодильник, перегрузить его, то лучше выбирайте что-нибудь другое, более прочное. Но не LG. Для дезинфекции этих всех дырок, сливов, можно использовать, например, раствор дешевый хлоргексидина. Ну, можно его, конечно, аналог более дорогой, в десятки раз дороже, мироместин. В общем, вот мы этот хлоргексидин заливаем. Вот, ну, можно, в принципе, использовать обычный спирт, в том числе. Ой. Промазал вот так вот. Все, ну потому что здесь еда все-таки находится, не очень хочется, чтобы здесь размножалась всякая плесень, вирусы, микробы и так далее. Что называется, хозяйки на заметку, вот эти вот все сливы можно прочищать ватной палочкой, но она будет страшная, тут грязной. Вот. Здесь я уже прочищал некоторое время назад. Вот главное, не уроните ее туда. Вот видите, вот эта вся слизь. Шутка. И аналогично нижнюю дырочку тоже можно прочистить. Здесь она совсем какая-то. Рано я заливал вермистин, нужно было сначала ее прочистить. Ужас, что творится. Ужас.